Но перед началом нашего видеоролика хотел бы вам сказать, что цена на обзор на моем канале будет составлять всего 100 рублей, а приход будет от 1000 просмотров. Успей купить, пока цена такая маленькая. Что же, ну а мы будем уже начинать, поехали! Всем привет, дорогие друзья, дорогие зрители, даже подписчики моего канала. Ну и в данном видеоролике я вам покажу сервер с платным донатом на версию Minecraft 1.1.5. Обязательно поставьте лайк, ну даже подпишитесь на мой канал, ну а мы будем уже начинать, погнали, ребят! И вот, ребят, мы появляемся на таком достаточно красивом спавне. Как видите, он у нас вот так выглядит. Тут у нас пишется онлайн, но также ссылочка на группу во ВКонтакте, но также на автодонат. Если что, это будет все в описании. Тут у нас есть набор старт, давайте его сейчас наденем. Как видите, у нас вот такой крутой набор старт. Также тут у нас есть вот такой ежедневный бонус, мне выпало 1600 монет, но также набор бонус, ну я не знаю, что мне выпало, но, наверное, кое-какие-то из этих вещей. Тут у нас есть вот такие донат-кейсы, которые вы можете приобрести на автодонате, то есть на сайте этого сервера, если что, ссылочка опять же будет в описании. Тут у нас есть скупщик, которым мы можем продать наши вещи. Также тут у нас есть портал в Незер, не знаю, работает ли он или же нет, пока что я это проверять не буду, может быть в будущем проверю. Тут у нас также есть вот такие топы, как видите, топы по смертям, топы по душам, ну и по многому другому. У нас также есть вот такие дуэли, где можем подуэлиться, я пока что это показывать не буду. Также, ребят, тут у нас есть вот такой набор дровосека, который я, к сожалению, не могу купить, потому что мне не хватает монеток. Тут у нас есть вот такой странник, как видите, он продает какие-то вещи, к примеру, золотые зачарованные яблоки. У нас есть ящик душ, но, к сожалению, у меня душ сейчас нету. Также тут у нас есть вот такой обменщик, которым мы можем что-то обменять. Чаровальня, ну а также наковальня. Тут у нас есть опять же какие-то топы. Автошахта. Также тут у нас есть набор шахтера, как видите. Но, к сожалению, я также его не могу купить, потому что мне не хватает монеток. Но также здесь у нас есть вот такой мини-режим «Царь горы». Ну что же, ребята, я надеюсь, данный сервер вам понравился, вы зайдете на него. Если что, данные этого сервера IP-порт будет в описании, также группа во ВКонтакте, но также автодонат будет в описании. Если что, переходите и заходите играть, я тут тоже очень часто играю. Ну что же, ребят, с вами был я, Зука, всем удачи, ребят, и всем пока, ребята.